Я очень рада представить наших гостей из Германии, Аллу Чурикову и Дмитрия Попова. Сегодня на открытии фестиваля, наверное, видно было, что специально для третьего фестиваля Алла и Дима сделали фильм «Никоси 2008», посвященный войне, которая была здесь в августе, анимационный фильм. Вот немножко об этом, о том, что вы были в прошлом году здесь, и что произошло, и что я не сказала про вас. Дима – продюсер, Алла – режиссер-аниматор. Мы настолько были потрясены на прошлом фестивале, когда... были Никоси, этим удивительным фестивалем, который происходит в монастыре Владыкой, всеми хозяевами фестиваля, гостями, что по дороге обратно вот у нас уже, да, собственно говоря, даже на фестивале у нас родился сюжет фильма, который мы делали потом в последующий год. Вот настолько сильные были эти впечатления. У нас была пересадка в Турции, 6 часов мы сидели, и надо сказать, что в тот день мы посетили лагерь беженцев. Потрясающий скульптор Валеко нас повез и познакомил с людьми, сердечные, необыкновенные. Они нам подарили огромные такие помидоры вкусные. 6 часов сидели и ели эти помидоры. С хлебом. С хлебом, который они нам дали. С самым испеченным хлебом. Вот. В Турции, в Стамбуле на пересадке, и... Во-первых, нас это спасло от голода. Ну вот, и, конечно, это тоже была маленькая капля, которая инспирировала нас делать этот фильм про Никоси 2008. Мы хотели сказать спасибо. Мы хотели сказать спасибо людям, у которых ничего нет и которые все отдают нам, гостям. Люди, которые слышат нашу русскую речь и которые не испытывают вражды и рассказывают про то, как были здесь русские солдаты, как они стреляли, но на нас, как на носителей этого русского языка, не распространяют никаких чувств и ничего, кроме доброты, сердечности и улыбки, у них для нас нету. И за все это надо было сказать спасибо. И вот фильм был тоже большим таким спасибо всем этим великолепным людям, с которыми мы здесь познакомились. Фильм, в котором нету вопроса, кто виноват. Это фильм о мире, войне и о возрождении. О том, что после каждой, это генерал Лебедь говорил, каждая война кончается миром. Вот надо знать это, что когда ты воюешь, что все равно будет мир, начнется новая жизнь, и нужно научиться жить в мире. Поэтому Алла искала точные образы для этого. Например, монахини, которые стирают белье, развешивают это белье. Это вот образ мира абсолютно, вот, который всегда стирается белье всегда, до войны, во время войны, после войны. Это самая главная черта войны, когда война идет, и рядом идет жизнь, а потом идет мир, и рядом идет такая же жизнь. И в общем, вот то, что это вы на песке. Это техника сыпучих материалов. Я там использовала еще пигменты всякие. Ну, в принципе, это называется техника сыпучих материалов, потому что мне показалось, как нельзя лучше Грузию, настроение Грузии можно передать из песка, потому что вот весь этот ландшафт и горы, и мы посетили здесь пещеры, и мы смотрели иконы в пещерах, и, конечно, это в первую очередь, и вот этот вот ветер, который несет песок, вот этот я все хотела сразу и передать, и передала в этом фильме, и очень такими скупыми средствами, минимальными средствами было для меня важно показывать. Каждый раз я, когда сыпала этот песок на стекло, я всегда старалась его насыпать не больше, чем было необходимо, потому что мне казалось, что если будет больше, то появится какая-то фальшь и пафосность. Я этого не хотела. Я хотела, чтобы все кино было очень сдержанное. Знаешь, что интересно? Вот ты говоришь про песок. Я видела потрясающий спектакль когда-то, давний, какого-то тайваньского, забыла название тайваньского театра, на грузинские песнопения. По-моему, это хор Рустави был. И это действительно удивительно. То есть они абсолютно весь спектакль построен на песке. То есть там же актеры, танцевальный спектакль, они танцуют пластически. И на песке. Ну, и вот... Потому что это очень... Вот абсолютно верно. Это первое, что приходит. Вот абсолютно передать вот это ощущение Грузии.
это строение из камня, вот этот песок, это горы, это небо, это, эти птицы. Но вот, вот так вот мы так ее увидели. Монастырь, который от ветра. Вот эта зыбкость песка, это для фильма тоже было очень важно, потому что это параллель, зыбкость человеческой жизни, который человек каждый день живет так, как будто он живет вечно, а потом что-то происходит, и он что-то не успел сделать. Да? И вот это ведь, чтобы насыпать следующую картинку, нужно стереть со стекла предыдущую. И вот этот вот момент разрушения, как бы разрушение каждый раз картинки, мне кажется, это важно. Это вот весь посыл этого фильма, вот это через войну, вот это разрушение войной. Я не хотела войну напрямую показывать. Мы нашли символы огня, и вот эти горящие портреты в огне, эти жители, люди. Вот. И каждый раз это разрушение происходит. А потом новое возрождение. После паузы, вот эта третья часть, когда появляются первые капли воды, когда появляется... И вот тогда приходит такая вот радость, благость. И начинается повседневный ритм. Вот появляется женщина с бельем, и лепестки летят, и надежда на благополучие. И дай Бог вам в Грузии. В зале пожилой такой грузин, когда посмотрел фильм, так склонился ко мне, говорит, очень хороший фильм. Говорит, как показали войну? Показали войну, не показав ни одного кадра войны. А действительно, нету никакой войны там. Вот. Он говорит, ну я когда увидел этих горящих птиц, я сразу вспомнил, как в горе здесь летели самолеты и бомбили наш город. Вот. А мы тоже, в общем-то, думали про эту историю. Мы тогда, год назад, были на улице, познакомились с какой-то женщиной, продавец в магазине, что-то мы разговаривали, и разговорились, она стала рассказывать про эту войну, и рассказывала про это потрясение, как вот летят самолеты, и это непредставимость, что они бомбят. Он говорит, ну это ошибка какая-то, ну как же такое вообще могло произойти? Вот, поэтому и птицы эти горящие фильмы, ну не взрывающиеся, конечно, но... Ну, горящие, да. Горящие. Да, это было важно. Мы как бы, это был лейтмотив всего фильма через птиц, что вот в первой части птицы, которые приносят радость и благополучие, которые вылетают из храма, и там я использовала голубой цвет, вот цвет радости, потому что средняя часть войны — это черно-белое с акцентами красного, только такой жесткие очень контрасты, да, а мир и возрождение на мягких тонах и полутонах, и вот как птицы меняются, как они преображаются из символа там, абсолютно мирного, радостного символа в символ сначала тревоги, когда появляется автомобиль, это лобовое стекло и это поскрипывание во время дождя щеток направо-налево. И первые вспышки этих птиц, тут уже приходит первая тревога, которая потом вырастает в войну. Понимаешь, вот что, вот, и, ну как бы не то, что даже неинтересно, это вот... как-то значимо, кто будет смотреть фильм из каких-то других стран, ну или просто из каких-то других мест, они воспримут это как фильм. Ну даже я была, естественно, в Тбилиси во время войны и все, но я знаю, я сама много писала о войне, я смотрела ваш фильм. И глядя на анимацию, в которой нет ни слова о войне, я думаю, вот это машина, ну, конечно, они же ехали на машине, вот кто-то они, кто-то знакомый, кто-то близкий, сразу в Грузии совершенно другие ассоциации. Вот вспомнил человек, как слетели самолеты, глядя на птиц. Конечно, это не вспомнит никто из любой другой страны, а только из Грузии, потому что они помнят. Вы знаете, что ужасно? Да. Мы разговаривали со многими немцами, ведь там первый титр идет, что во время войны в Грузии. Мы его специально дали. Потому что очень многие не знают, не заметили этой войны. Титры, вот у нас первый титр говорит о том, фильма что мы вставили. Во время русско-грузинской войны за 5 дней в 2008 году 32 бомбы разрушили тысячелетний монастырь Никозии, но каким-то чудом жители монастыря не пострадали. Вот это один титр, который объясняет исторический такой вот контекст, сажает это все в исторический. В конкретику, потому, абсолютно. Да, потому что многие наши первые вот сотрудники, они вообще не знают про эту войну ничего. И этот фильм — возможность рассказать про нее.
Да, это конечно, это мы чувствуем это, свою миссию в этом тоже, да, да. Есть такой шанс, чтобы вас услышали? Но мы в любом случае, судьба любого анимационного фильма, и, в общем, мы надеемся и этого, в том числе показать на кинофестивалях. И да. Не только на фестивале в Никозе, что для нас очень важно. И это же премьера. Мы вот действительно да. фильм закончили да, кстати, неделю назад. Действительно, вот это фактически и... вы сами даже не видели его на экране. Первая премьера прошла в Никозе. Фильм совершенно верно. Мы очень надеемся, что он пойдет по фестивалям, что он пойдет по международным фестивалям. Это наша и мечта, и цель. И тогда, чем больше его людей увидит, тем больше, естественно, узнает об этом. А для нас еще... Ты хочешь еще что-то сказать? Мы когда приехали в прошлом году из Грузии, мы были так потрясены всем, что мы устроили такой большой вечер грузинский дома. Пригласили много-много немцев. Показывали им фотографии, показывали им фильмы. Совершенно маленькие, верно. Мы приготовили грузинскую еду. Тенгиз в автобусе мне диктовал рецепты. Я их старательно записывала в тетрадку. Но потом мы в Мюнхене, это же в Мюнхене все было, мы нашли девочку, с которой я училась в одной языковой школе, грузинскую девочку Лелу. Спасибо ей большое, если она это увидит интервью. Она к нам пришла. Она... Привет, Лела. Она проверила, правильно ли мы готовим. Она помогла нам готовить лобио тоже. И потом мы на всех блюдах, Лела написала на грузинском языке таблички с названием блюда, потом с немецким и какие ингредиенты в этом блюде. И наши друзья... Это получился очень интересный тематический вечер, потому что мы рассказывали про фестиваль, мы рассказывали про Никози, мы рассказывали, конечно, про 2008 год, мы показывали очень много фотографий, конечно же, много елось, много пилось, много пелось. И грузинские вина мы отсюда привезли. Пелось. О чем пелось и какая реакция была на военный вопрос, действительно интересно у людей сторонних. Война это вообще особая тема в Германии. Люди очень, так сказать, сенсибилизированы на эту тему. Угу. И они очень моментально подключаются. В общем, пацифизм это одна из главных черт немецкого общества сейчас. Вот в Германии война это действительно до сих пор болезненная тема. Очень, конечно. В общем, на самом деле это хорошо. Очень хорошо. Плохо, потому что не всегда это болезненная тема для других народов, которые уничтожали свои собственные народы в других странах. Конечно, но они работают, да. Они продолжают работать в этом направлении. И спасибо им за это большое. Да, конечно. Страна-то имела счастье иметь Нюрнбергский процесс, в отличие от многих других стран. Да. Единственная страна. Да. Надо сказать, что вечер, который мы тогда устроили по горячим следам после Никози, удался, и наши немецкие друзья были очень благодарны, потому что вот для них, я заметила, очень интересно часто информационно, это не просто как бы поесть посиделки, а вот информационные вечера узнать, они еще больше благодарны были. И мы им уже обещали в этот раз... Именно немцы, да. И тогда мы ставили песни, которые мы записали здесь в Никози, которые пелись в трапезной монахами. И пока я не забыла, я очень хочу важную вещь сказать про этот фильм. Нельзя говорить про изобразительный ряд этого фильма, не сказав о звуковом ряде. Это 50% работы фильма над фильмом, 50% успеха, можно сказать, фильма, вот видеть его в том виде, в котором он есть, это музыкальный ряд, которому мы уделили... Это очень важный момент, такой же важный, как вся графика фильма, такой же важный, как это важно было не пересыпать ни одного лишнего этого зерна песка, такой же важный взять именно ту чистую, правильную музыкальную ноту, потому что для нас Грузия — это не только горы, это не только такая плодородная почва, это не только монастырь, это жизнь монастыря, и это постоянное пение. Конечно. Пение, которым нас окружали. И для нас очень было важно взять именно это аутентичное пение, которое мы слышали здесь, которое для нас пели монахи в трапезной, и эта песня, и вот она звучит. Вы выбрали очень хорошую песню, сейчас скажу. Это «Моровал Жаммер», это же перевод, да. «Многое лето». Да. То есть «Многое лето», и «Господь дарует многое лето». И да. Дело в том, что в Грузии существует очень много разных распевов. То есть есть кахетинский, есть такой-такой. А это месхетинский распев. Кстати говоря, это любимый распев патриарха Грузии, Ильи II. И на самом деле, что мне тоже это мой любимый распев «Моровал Жаммер», что, говоря вот слова «многое лето»,
звучат на очень грустную музыку. Ну, то есть грустно даже нельзя сказать. Минорная, конечно. Которая вот прямо пронзает вот все существо. Абсолютно. И вот это абсолютно точная тональность. Абсолютно. Для всего, что было. И много лета, и через, вот, через боль всего, всей сущности какой-то. Мы, когда работали над фильмом, сами много для себя много нового узнали. В частности, узнали, что первая граммофонная запись в Грузии, которая была произведена, это была вот эта вот «Много лета» записанная. Мисхетинский распев. Вот, вот это трудно сказать. У вас да, мравал, это просто самое, ну, как бы, вот, допустим, идет литургия по-грузински, в конце поет мравалжамер, но другой распев. Угу. Более мажорный, да, более оптимистичный. Мы их все нашли, А это прекрасный просто распев. Ну... Угу. Да, мы их нашли очень много на Ютубе и нашли много таких... Угу. Ну, вот именно, что для меня важно было в этом кино, как можно меньше пафоса. Я не хотела говорить про войну с пафосом. Именно все, я не хотела ни одного действия педалировать. И поэтому вот эта вот музыка, мы ее первый раз услышали во время фестиваля. Нам спели ее во время ужина ваши замечательные монахи, ребята. И... Но не певчие, скорее. Это у меня... Побежали мурашки по телу. Это, и только это нужно использовать в кино. И вот под этот ритм мы монтировали весь фильм, а их просили потом для нас еще раз записать, записать без шума вилок и ножей. Безусловно. Ну, я да. помню просто, когда они первый раз пели, как все за столом, включая профессора из Германии Вольфганга Байенхофа, все плакали. Да. То есть вот когда я увидела, что плачут люди, даже не знакомые с грузинской культурой, плачут, при, естественно, даже не понимая, о чем поется, просто вот какие-то приходы нот, меня это, ну, как-то произвело впечатление. И как-то хорошо, я понимаю, что вот корни какого-то вот такого пронзающего впечатления пошли оттуда. Конечно. Когда идет за столь, идет вино, и в то же время поется то, что вне... Корни этого фильма пошли оттуда. И еще, конечно... Большое спасибо Владыке. Самые главные корни пошли отсюда. Фильм же как бы вы попросили благословения Владыке. Конечно, попросили. Вам его дал. И нам хочется теперь у него всегда просить на все наши работы. Это, конечно, но благословение. Но еще хотела бы я сказать, что откуда еще пошли корни этого фильма, конечно, благодаря этому замечательному художнику Ливану, у которого была выставка в прошлом... Харанауле. Харанауле. Была выставка в прошлом году, и у него очень сильная живопись. И когда мы уезжали, Владыка нам подарил его альбом, и вот уже в Мюнхене я листала этот альбом и использовала потом несколько его картин, я как бы переложила в песочную технику, и вот там, когда началась война, когда горят портреты в огне, это благодаря ему родились вот эти вот образы. Поэтому, Ливан, большое спасибо. Спасибо вам, и спасибо, приезжайте еще. Инна, спасибо вам. Спасибо большое. Ваша часть, Люблю. Тоже есть в этом фильме. Хорошо. Спасибо, и с Богом. Алла, вы можете петь? Вы пели у нас, да? Спойте, или стихотворение скажите. Ну, Алла сняла, мы все смотрели, то сняла, а не позже. Видите, события и как-то вот. Очень рада, что вы здесь. И не надо. Ну, обязательно, значит, наши гости, которые здесь находятся, приготовьте или... Ну, песенка лучше, ну, или стихотворение лучше, какое вы хотите. Те, которые хотите остаться, Никозе, пожалуйста, не пойте, ни стихотворение не говорите. У меня сейчас впечатление, если для Иры это вот этот момент как сладкий сон, для меня это до сих пор это тоже было как сладкий сон, из которого не хочется просыпаться. Вдруг это неожиданно превратилось в страшный кошмар, в котором я сейчас готова проснуться в холодном поту, что я перед зрительным залом, где я почти всех знаю, очень люблю и очень уважаю. Я всех люблю настолько, не заставляйте меня. Каждый человек может свои чувства выразить любви по-своему.
Мы сняли с Димой фильм. Я очень вас прошу это засчитать как песенку или стишок. Дима, да, конечно, это удивительно, что мы уже сидим за столом и сидели вот вечером так чудесно. Дим, иди просто ко мне, ты будешь просто стоять рядом. Мы... Сон остаться, вас не осталось. Мы не будем петь, не бойся, петь мы не будем, мы выстоим. Когда я слушаю чудесные песни, которые так замечательно нас сплачивали за вечерним столом, за трапезой, у меня было какое-то такое детское желание, я все время загадывала такое, а вот если бы я могла петь, а вот если бы я как встала, как вот сказала бы и выразила бы все свои чувства. Чувств очень много. Я их сегодня попыталась немножко выразить. Их выражать очень тяжело, потому что их много. И все слова кажутся недостаточным тем чувствам, которые мы испытываем. Нужно сказать, что когда мы сюда ехали, у нас было очень много препятствий. Последнее препятствие оказалось, что у Димы просроченный паспорт. И, по идее, нас не должны были пропустить ни через одну границу. У меня паспорт на год просроченный. Он на год. Он кончился в Никозе. Он кончился ровно после Никозе. Мы этого не заметили. И мы никуда не ездили, и мы заметили это вот тогда, когда нам об этом сказали. И тут начали происходить эти чудеса. Я думаю, что нас выпустили из Германии, мы прошли в Украине паспортный контроль, нас впустили в Грузию. Мы надеемся, что все то же самое произойдет и в обратном порядке. Хотя, Владыка, ваши слова имеют большую силу, я это уже заметила. Вы сказали, тот, кто не поет песенку, тот остается. Может быть, завтра мы вернемся. Может быть, мы не сможем выехать. Спустили, а отсюда мини-вибус. Да, тогда мы попросим у вас работы в вашей школе. И надеемся, да, надеемся, что вы нас возьмете. Огромное вам всем спасибо за это прекрасное. Я сегодня за обедом, Гела, вас, к сожалению, не было. Я сказала тост за людей мосты. За людей мосты, которые перекидывают эти, умеют перекидывать, которые сводят между собой страны, которые сводят между собой культуры, за людей, которые приводят к вере, к любви, к Богу. Это для нас безумно важный фестиваль. Спасибо вам большое. Мы... Скажи что-нибудь. На следующем фестивале будем петь. Обещаю.